как толкнула, так я вот так вот и полетела. На войне, как на войне, всегда нужно быть готовым к удару. Но такого, говорит Галина Григорьевна, не ожидала. Соседка перешла к запрещенным приемам, стала вырывать цветы. Пенсионерка пыталась отстоять растительность, но оказалась в больнице. Она говорит, да мы писать больше не будем, мы не будем писать. Все, отстанем от тебя, не будем издеваться. Я взяла и простила. Простила, думаю, ну по соседству, ну как, ладно, я уже горе это перетерпела. Но, увы. Люди это не понимают. А началось все, говорит Галина Григорьевна, с того, что соседи якобы задумали построить новый гараж, побольше, как раз там, где у пенсионерки веранда. Обратились в суд, и суд встал на их сторону. Теперь вместо веранды – дрова. Обидно то, что нет у нас законов. Не работает закон. Женщина решила, просто так это не оставит, и тоже обратилась в суд, чтобы соседи снесли все свои постройки возле забора. Ведь, по мнению пенсионерки, они частично находятся на ее участке. Вот на столб я ставлю, вот здесь, вот граница. Отсюда видать сразу, насколько он здесь залазит. Чтобы доказать свою правоту, Галина Григорьевна за свой счет заказала аж 3 экспертизы. Одна показала, сосед занимает 52 сантиметра ее участка, другая 55, а третья вообще 75 сантиметров. Но суд снова решил иначе. Я тоже пройду? Нет, зачем? Ну, а почему? Не надо. Ну, она... так вы поговорите с соседкой. Спор-то у вас не с нами, а с соседкой? Нас? Так нет, я вам объясню по этому спору. А зачем мне с ней? Мы уже на суде, мы уже с ней насоседились и на суде, и все прочее. Ну, может, по-соседски получится решить. Не получится никак. Видите, она вызывает. То пожарников, то еще кого-то. На днях пожарники были. Пишет всякую ерунду. Ну что? Никак не получается. Ну, а что? Бесполезно. Это они без меня только ходят там, понимаете? Вот вымирает. Вот так говорят, вот что вы без нее ходите. Вот так вот. Вранье вот это так все. Вот. Она же вранье. Это вранье. Все. Видите? Суд есть, краевой да. суд пересматривал да. это дело. А вот она говорит, что вы ее били, это правда? Да вы что? Ну как что, есть решение. А решение куда денешь? Да когда я тебя била, ты что? Ну вы будете захотеть? Пьяная что ли ты? Уголовное дело простила? Да что ты мне простила? Да. Да ничего не было, простила ты мне. Дела, которые ты в сумке принесла. Батюшки! Я на них била ее. Ой, Вруша. Позже соседка все-таки призналась, толкнула пенсионерку, но говорит, это была защита, мол, женщина налетела с ведром, и деваться было некуда. Я своей вины вообще не чувствую. Она первая на меня налетела. Поэтому разбираться как бы я не стала, думаю, ладно, старая она уже, что с нее возьмешь, да больная. Супруги говорят, соседка сама виновата, построила веранду вопреки всем требованиям, буквально прибила ее к их гаражу, вот даже гвозди остались. А сток с пристройки сделан на их участок. Судебная экспертиза показала, веранда построена незаконно. И вообще, это не они на ее участок залезли, а она должна им еще несколько десятков сантиметров земли. Супруги говорят, начнут строить новый гараж только тогда, когда специалисты обозначат границу. Между собой мы никак вопрос не решим. Это надо, чтобы вот были эксперты, установили настоящую границу, где она должна быть. Чтобы она была вот. Законная. Все было, законная. Чтобы по закону. Ей нечем заняться. Понимаете, это для нее как вроде бы хобби какое-то. Чтобы кому-то чего-то вот это самое насолить. Пока будем писать апелляцию, а потом будем дальше. Я даже поеду до Москвы. Дарья Тарасенко, Станислав Салтыков, новости ТВК.